Привет, друзья! И снова с вами я, Сергей Бондаренко. Разбираем сегодня песню «Еду за солярой» группы «Гвозди». Тональность АМ я сделал ля минор, чтобы было поменьше баре и легче петь. Родная тональность до минор, СМ, мы сделали ниже на 3 единички. Итак, споем вступление, сыграем, вернее, потом споем куплет-припев и потом это все разберем. Итак, смотрим. Еду за солярой, я простой водила, но мне очень повезло. Я тебя догнал на трассе и поцеловал крыло. В тачке ты сидела, блонди, из моей мечты. Сразу понял, не уйти мне от своей судьбы, а ты. Я девчонка супер, я танцую в модных клубах. Я гоняю фуры и вожу навоз на клубы. После вернисажа посещаю я театр. Я веду Караганду, свой рефрижератор. Еду за солярой и буксую в клине от такой работы, закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам разные заботы, но одна любовь. Начнем с боя. Вот такой у нас простой бой. Смотрим его медленно. Играем вниз-вверх и вниз заглушка. И потом снова удар вверх. Вот и все. Сильный удар у нас на первую долю. Понятно. Также можно играть с басовыми нотками. Я использовал такой вариант. Понятно. Значит, начнем с аккордов. Первый аккорд АМ, ля минор. Разберем, как его брать. Первая струна открытая, вторая на первом ладочке, третья, четвертая на втором ладочке. Басовая пятая струна. Следующий аккорд во вступлении фа мажор. Можно взять его облегченным, как бы вариантом, можно взять баре. Разберем сначала облегченный вариант. Первая, вторая струна прижимается указательным пальцем на втором ладочке. Дальше средний палец прижимает третью струну на втором и четвертая, пятая на третьем. Басовая струна в данном случае четвертая. Если же брать аккорд баре, то же самое остается, только не две струны прижимаем указательным пальцем, а перекрываем полностью все струны. Берем баре. Басовую струну можно играть как четвертую, так и шестую. С этим аккордом понятно. Следующий аккорд до мажор, С. Берется он так. Открытая первая, вторая на первом ладочке, третья открытая, четвертая на втором, пятая, шестая на третьем. Басовая струна пятая. Понятненько. И будет аккорд G, соль мажор. Первая струна прижимается на третьем ладу, шестая на третьем, пятая на втором. Басовая шестая струна. Понятно. Можно играть его как баре, так же как и фа мы брали только что, но
На третьем ладочке указательный палец у нас. Так, будет у нас аккорд Ре минор, ДМ. Смотрим, как его играть. Первая струна – первый лад, вторая струна – третий лад, третья струна – второй лад. Четвертая – открытая, она же и басовая. Пятая, шестая – не играется в этом аккорде. Понятно с этим. Будет у нас аккорд Е, ми мажор. Разберем и его. Первая, вторая – открытая, третья – на первом ладочке, четвертая, пятая – на втором. Басовая, шестая – или же четвертая. Вот. С аккордами разобрались. Больше других аккордов в этой песне нету. Разберем, что я играл во вступлении. Итак, прижимается у нас первая струна на 15-м ладу, вторая на 13-м. Играем два раза. Дальше играется первая на 13-м, вторая на 12-м. Дальше. Вторая струна 10-й лад, первая 12-й. Вот это все позиции. Больше тут ничего не будет такого. Понятно. Будет еще там вот такое место. Мы его играем так. Смотрим медленно. Начинаем мы с 12 лада. Делаем фул на 13 лад. И то же самое на 10. Когда убираем палец, мы его дергаем вниз, чтобы у нас зазвучало предыдущее нажатый палец. Вот сыграли это. Потом вторая струна 13 лад. Потом то же самое, что мы играли на первой, тоже мы сейчас играем на вторую. Если кому сложно, можно сыграть просто. 12, 10, первая струна. И вторая струна. 13, 12, 10. Вот так играется во вступлении. Оно же играется это все и в припеве. Ну, это кто захочет играть в две гитары, будет замечательно. Вот и вся песня. Желаю всем удачи, успехов. Всех пока.